Не зря говорят, что путь к сердцу лежит через желудок. Камскополянский день семьи, любви и верности впервые связали с гастрономическим фестивалем. Главное блюдо – уха. У нас такой первый раз. Рады? Очень. В гастрономический баттл вступили 4 команды. Количество участников во всех разное, от 2 и более. И у каждой свой особенный рецепт. А всем участникам дается ровно 1 час, в течение которого они должны будут приготовить свою уникальную уху. Скажите, пожалуйста, как проходит процесс готовки? Процесс готовки идет очень хорошо. Самое главное – готовить от души, и тогда уха будет прекрасна. А может, у вас есть какой-то секретный способ приготовления? Ну, будет двойная уха из разных сортов рыбы. Первый раз варю из чехони, вторую уже рыбу запускаю. 3 сорта рыбы – карп, судак и сазан. Будет вкусно? Будет вкусно. Будет вкусно. Чтобы нагулять аппетит, для зрителей провели конкурсы и викторины, естественно, на рыбную тематику. Но вскоре аромат главного блюда поманил всех к кипящим казанам. Причем не только людей, но и братьев наших меньших. Жюри и зрители уже готовы оценить кулинарные способности участников. Каждая команда пытается удивить по-своему. Кто-то секретом блюда, а кто-то его подачей. Мы двойную варили. Из чехони. Вторая – судак, карп, сазан. Безусловно, все мы съесть. Попробуйте со сливками. Вместе уха и сапара. А мы сегодня с вами. Селёдку сварим без труда. У кого уха вкуснее, сначала оценивает жюри, затем зрители. Мнения разделились, но в одном все были едины. Конкурс очень вкусный. Ну как вам, вкусно? Я не снимаю, видите. Очень вкусно. Пальчики облезли. Пошли дальше. С икрой это и наваристо, прям так. Очень вкусно, да. Победителей определили путем общего голосования. По его итогам первое место досталось команде «Главрыба», второе место заняли камполянские ухари, а третье место уверенно взяли щукари. Не забыли в этот день и о главной традиции праздника. Торжественно поздравили семейную пару, отметившую бриллиантовую свадьбу. А дальше веселье пошло своим чередом. Пели, танцевали, желали друг другу семейного счастья и любви. Маленьких камполянцев учили собственными руками мастерить символ праздника – ромашку. Ромашку делаем, да, это символ сегодняшнего праздника. Дети учатся, вот творчество развиваем руки. Вам нравится? Да. Интересно? Да. Булат Ханиев, Марсель Джураев, новости НТР.